24 ноября во всех налоговых инспекциях региона прошла областная акция «День открытых дверей». В первую очередь она была посвящена уплате имущественных налогов физическими лицами. Что им надо сделать до 2 декабря? Тысячи жителей региона смогли больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. В ряде случаев он может быть включен в состав письма из УФНС. Кроме того, в случае необходимости граждане смогли получить дубликаты. В операционных залах работают не только сотрудники отделов работы с налогоплательщиками, но и те сотрудники, которые начисляют эти налоги. То есть можно узнать и о ставках налогах, и о сроках, и о том, какие льготы действуют в том или ином муниципальном образовании. А наши сотрудники отдела работы с налогоплательщиками покажут налогоплательщикам, как пользоваться электронными сервисами, зарегистрировать личный кабинет, посчитать заранее тот или иной налог.